Всем привет, с вами Gelatinous Family. Сегодня я буду записывать туториал на трек Wonderland от ATEEZ. Сам припев сам по себе не особо большой, вот, но там много сложных движений, поэтому я думаю, он полноценный в любом случае. Мы с вами начинаем с того, что мы выбираем сторону, соответственно, можно делать диагональ, можно делать центр, можно делать другую диагональ. Движение у нас будет выглядеть таким образом. Мы с вами будем шажать на правую ножку, на пяточку, при этом нога у нас будет постепенно прожиматься вниз, а вторая ножка у нас на носочке будет подкатываться к нам, после чего мы будем резко уходить вниз. Некоторые из ребят делают небольшой затакт, они делают та-да. Соответственно, здесь выбирайте по удобству. Вместе с этим ручки у нас находятся около живота, находятся в таком положении, можно в таком, можно просто держать их около себя. И мы с вами вместе с этим будем раскрывать ручки максимально назад, корпус у нас максимально будет ходить назад, голова идти назад вместе с этим. И здесь у нас будет резкое падение вниз. Ручки у нас идут, соответственно, на бедра. Это движение мы можем делать, соответственно, в правую либо в левую диагональ. Допустим, если мы с вами выбрали правую сторону, абсолютно то же самое. Мы с вами делаем сюда, уходим вниз. Следующее движение у нас уже будет одинаково на одну и ту же сторону. Мы с вами находимся внизу. Снова выбираем вариант. Либо мы с вами будем делать это движение на носочках. Прокат у нас будет правая, но правую сторону у нас будут ходить коленочки максимально наверх. И приходить сюда и снова вниз. Либо мы с вами виртуозы, и мы сможем сделать это с вами с помощью пяток. То есть то же самое движение у нас будет с помощью пяток. К сожалению, у меня с пяток не очень удобно, поэтому на всякий случай уточню, я буду делать все-таки больше с носков. Вместе с этим помню, что мы с вами пришли сюда. Ручки у нас будут выходить в такое же положение, и у нас будет небольшой прокрут с помощью плечей. Правое плечо у нас будет уходить назад, после этого левое будет приходить вперед, и заканчиваем снова правым, то есть ту-ду-ту. Соответственно, в конце максимально сбрасываем плечи вперед. Если это делать вместе, соответственно, мы с вами начинаем с этой диагонали, плечо левое опущено максимально вниз, разворачиваемся с помощью носочков сюда, и снова падаем вниз, теперь уже в диагональ. Соединяем вместе. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре. Супер. Сразу после этого движения ручки у нас пойдут в крест. И мы с вами будем выбивать их сначала в стороны, затем класть около груди, снова на тот же уровень вводить в стороны. И после этого ручки у нас будут идти наверх. Вместе с этим у нас работают ножки. Мы с вами находились здесь. Встали в крест, приподнялась левая ножка. И мы с вами делаем шажочек в эту сторону. Чуть-чуть приподнимаем ножку сюда же. И крайний раз у нас будет максимально наверх. Следующий шаг. После этого ручки у нас будут делать замах сверху. Будут лететь вдоль тела назад. С ногами посложнее. Наша с вами задача сделать перепрыжку. С этого движения у нас будет идти сначала наверх правая нога, затем левая. Чисто визуально это должно выглядеть вот так. Сейчас покажу этой стороной. Тун-дун-дун. Просто это же движение у нас будет использоваться, соответственно, при развороте. Абсолютно то же самое. Тун-дун-дун. Да, еще одна важная пометка. Мы с вами прыгаем не наверх, а фактически на месте. То есть стараемся корпус сильно не поддавать искушению наверх. Соответственно, ручки у нас были здесь. Мы с вами спрыгиваем, и ручки идут назад. Воу-па-па. Сразу после этого мы с вами приземлились на левую ножку крайнюю. У нас выставляются ручки и ножка на следующий бит. Нога развернута правым коленом к себе. Ручка левая приподнята, правая опущена вниз. И мы сменяем их. Соответственно, вбивается коленочка в сторону. Корпус немножко опускается вниз. Следующее движение тоже имеет два варианта. Выбирайте тот, который вам больше всего нравится. Первый вариант. Вы сначала берете ручку вниз, замахиваете ей наверх, и снова бьете вниз. И пошло следующее движение. Это первый вариант. Второй вариант, соответственно, его делает большинство из ATEEZ. Мы с вами замахиваемся в сторону. После этого ручка идет в похожее положение, что было в первом варианте, и бьет вниз. Соответственно, корпус здесь у нас максимально опущен. Здесь мы с вами представляем, что берем что-то тяжелое и начинаем очень через сопротивление нести вниз и бьем в конце его, как будто сбросили. Некоторые из ребят, соответственно, на этом движении хватают пиджак и сбрасывают его. Вы, соответственно, можете выбрать самостоятельно, что вам больше нравится. Вместе с этим нижняя часть нашей идет мельтешение. Мы с вами начинаем с правой ноги и просто делаем ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. И резко сбрасываем, когда вниз у нас выбегает левая ножка. На нее же мы с вами будем делать подстановку, и с ней у нас уже будет следующее движение. Мы с вами будем в этот раз
бить левой ногой вниз, и с нее у нас пойдет прыжочек. Прыжочек будет выглядеть у нас таким образом. Мы с вами ударили левой ножкой сюда, делаем замах вниз и прыгаем снова вниз. То есть важно очень приземлиться прямо вниз. Прыжочек у нас идет с высоко поднятыми пятками. То есть прям стараемся с этого движения кинуть их сюда. Да, как бы микрофон не отлетел. Приземление у нас сразу будет с вами с ручками. Они у нас пойдут сюда. Сначала показываю ноги, что у нас делают. Каждый раз у нас при вставании будет выходить одна из ног. В нашем случае первый раз у нас будет это правая. Раз, два, три. Третий раз будет немножко с тормозом. Соответственно, и второй раз то же самое. У нас будет снова присед, и мы с вами будем делать то же самое левой ножкой. Третий раз будет немножко с запасом. Мы сейчас с ручками теперь разбираемся. Мы с вами двигаемся сюда. Ручки через низ у нас будут уходить сюда. Вместе с этим проворотик у нас будет сюда. И одна из рук идет наверх. Максимально закидываем голову. Левая ручка находится здесь. И подтаскиваем их бедрами. То же самое почти что в другую сторону. Снова выходят у нас ручки, делают проворотик. Теперь ручки у нас приподнимаются наверх. И снова через стараемся с помощью бедер вывести их наверх. И крайняя наша связка будет посложнее. Мы с вами находимся здесь. Вместе с этим у нас начинается каждый раз падение на левую ножку. Левая, правая, левая, выбили. Снова левая, правая, левая, выбили. И теперь еще то же самое почти что. Левая, правая, теперь левая вперед, правая, левая. И с этого движения у нас с вами два раза будут расходиться коленочки. Ру-ту-ту. И на крайнее движение, через четыре движения у нас сходится они, соответственно, наверх. Теперь с ручками здесь мы с вами разобрались. Они у нас были здесь. На первый. Ра-та-та-та. У нас выходит ручка. Показывает пальчик наверх. После этого обвод головы. Мы с вами снова на падение будем падать и вести ее вниз. На этом движении, слава богу, ручки у нас ничего не делают. Находятся здесь. Два раза раскрываются коленочки, и мы с вами вырастаем. Единственное движение, которое, стоит обратить внимание на которое, мы с вами находились здесь, корпус у нас максимально внизу. На этом возрастании мы возрастаем в последний момент, и, соответственно, через волну корпусом. Это все. Соединим все по одному счет. Начинаем. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз и два. 3 и 4, 5, 6, 7, 8, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ра-та-та, ра-та-та, пам-пам-та-та. Теперь то же самое, соответственно, по скорости. 50, 70, 85, 100%.
Yeah.